Поприлегли немножко. А, вы уже пришли, да? А берите тогда вот сюда, за колонну, пожалуйста, вот ближе к нам. А вот они, два альпиниста. Команда 13-й школы, есть предложение подравняться, если вы еще можете? Спасибо. А вот они и альпинисты. Единственная просьба соблюдать порядок и чистоту.
вами придется все это как-то хоть в какую-то приличную форму опять вернуть. Значит, бутылки по лагерю не разбрасывать, дети. Взрослые это знают. Меня снимают с чужой команды. За всем имуществом, которое вам предоставлено в распоряжение, значит, мы за него тоже несем ответственность материальную, и вы в первую очередь вместе с нами. Далее, значит, на территории лагеря соблюдать добродушие, хорошее расположение духа, ну и верить, что главное это не победа, а участие. Информация будет идти в команды через ваших капитанов, поэтому спрашивайте у них, что непонятно, они вам объяснят. Значит, сегодняшний день строится следующим образом. Мы сейчас с вами идем вниз, команда «Скальп» отдельно останется. Значит, идем вниз в банковый зал, который будет работать для всех наших творческих конкурсов. После конкурса приветствия. Порядок приветствия вы уже знаете, и он будет объявлен на сцене. Будет вечер бардовской песни. Кто захочет на сцене попеть, показать свое искусство, можете петь. А в